romantic, sexual, maternal, forbidden, self, broken, and new. Love is a roller coaster of emotions that we all share. In the stunning exhibition of new works, premiered in London, Toma Stenko shares her exploration of what love means to her, the family, the couple, a mother keeping her baby close, and a boy watching his mother are all portrayed in a kaleidoscope of color. But it's not all sweetness. The viewer walks away with a bittersweet feeling. Is love really all rainbows? This exhibition exposes the darker side, the censored, the oppressive, and the betrayed. Toma Stenko is a Georgian-born and Moscow-based artist, film director, and fashion designer, whose works in mixed media delve into the complex emotions of love. A graduate of St. Martin's, her work receives praise and a flourishing audience whenever it is exhibited. This is her first London exhibition. Это большой шанс, это мечта, которая меня давно будоражит. То есть мне казалось это абсолютно нереальным, но то, что произошло, и, конечно, благодаря Кэтрин, это похоже на чудо в моем смысле, потому что я очень много работала, очень много думала, и когда ты в замкнутом пространстве, ты постоянно решаешь какие-то маленькие, большие для себя какие-то задачи, но иногда необходимо вырваться из этого круга, и чтобы увидеть в другом пространстве то, что ты делаешь. И иногда это бывает полное разочарование, иногда это бывает немного лучше. То есть мне хотелось... Ну, это определенный тест, наверное, такая лакмусовая бумажка, которую ты должен пройти и должен сделать какой-то эксперимент, наверное, с собой. И не только. Toma, could you please tell me something about this extraordinary work? Эта картина называется «Летающий стул». Здесь мне хотелось показать хаос нашей жизни, когда хаос рождает что-то очень продуктивное и позитивное, потому что именно от хаотических эмоций, которые сталкиваются между собой, рождается иногда такая тропинка, которая выводит нас к чему-то очень важному, к чему-то настоящему, потому что в мире, где много комфорта, где много красивых вещей, много всего, что иногда нас отдаляет от глубинного, от какого-то такой сердцевины. Мне кажется, вот сегодняшний мир, он очень похож, очень синхронно реагирует на эту работу. But why chair? Why a chair? Это повторяющийся элемент в моих работах, потому что это символ отца, который рано уходит, или которого ты... Практически, как только узнал, он тебя покидает в разных ситуациях. Это звучит по-разному, но именно это связано с отцов, отцовской силой, отцовской любовью, которая иногда... То есть это очень личный, как бы в моей жизни элемент, и он перетекает в разных работах и повторяется. So this is the lead image of the entire exhibition. Thoughts of Antoine and love. Tell me a little bit about it.
Это абсолютный пример того, что происходит с человеком, когда он влюблен, когда взрываются его чувства, его эмоции, когда не помещается в одной голове столько мыслей о любимом человеке, столько сомнений о любимом человеке, столько желаний быть с ним вместе, рядом. Поэтому я экспериментировала с цветом, как он выбивается из пространства, как он друг с другом может создавать другой цвет, другую эмоцию. То есть насколько это было сложно. Задача была показать именно влюбленность человека вот в эти секунды, эти моменты, когда он влюблен. Что с ним происходит? Это ураган эмоций, ураган чувств, ураган каких-то абсолютно необъяснимых желаний или объяснимых желаний, сопротивлений. То есть это все соткано из разных тонких цветовой палитры. И мне хотелось иногда просто бросать цвет и ждать, когда линия начинает искать абсолютно новое движение. So it's an explosion of emotion as color. Yeah. But also there is a hand across his mouth. Да, это состояние, когда ты влюблен, когда ты одержим своей любовью, но что-то не позволяет тебе объясниться, раскрыться, кричать об этом на весь мир, потому что есть условия, есть внутреннее стеснение, есть сомнения, насколько человек ответит тебе взаимностью, и чаще всего мы блокируем свое истинное чувство, прикрывая, закрывая. То есть это символ того, что ты чаще не высказываешь настоящие свои чувства, а пытаешься скрыть их. Mm-hmm. Well, we've all been there. Yes. Я обожаю эту работу. Наверное, это одна из самых сильных моих работ. Здесь я пыталась рассказать историю, насколько прочные связи между матерью и дочерью бывают настолько прочны, что это становится проблемой. Когда властная мать пытается удержать свою дочь, несмотря на то, что она уже взрослая, ей хочется жить самостоятельной жизнью, независимой от матери. Но путем бесконечных таких манипуляций, как «если ты уйдешь, я останусь одна», то есть это шантаж, который, к сожалению, бывает в отношениях, и насколько человек начинает чувствовать себя виноватым, и это рождает нездоровую связь между матерью и дочерью. Ну, это здесь просто в моей жизни встречались такие примеры, и всегда хотелось кричать, хотелось сказать «отпусти», потому что только когда ты отпускаешь, к тебе возвращается эта любовь, истинная любовь, не с помощью того, что если ты уйдешь, я умру, я потеряю смысл жизни, а совсем другую. Но, к сожалению, иногда бывают другие примеры, и здесь властная мать, она у нас в такой уверенной позе смотрит, понимая, что ее дочь будет всегда при ней, всегда с ней, и она забывает о главном, о жизни дочери, о ее независимости, о ее любви, о ее поиске, которую она просто берет и лишает ее, к сожалению. Мне хотелось поработать с цветом, потому что здесь цветовая гамма очень хаотичная и в то же время однотонная, потому что наша главная героиня, персонаж, дочь, которая в тисках своих отношений с матерью, она становится пленницей, и ей хочется вырваться, хочется лететь, но она просто таким огромным мечом привязана к своим корням. Это любовный ринг, история о том, как мужчины и женщины бесконечно в борьбе друг с другом, в любовной борьбе, насколько мы всегда пытаемся сопротивляться иногда своим чувствам, иногда своим эмоциям, иногда друг другу. И мне хотелось лаконично просто показать, что мы бесконечно находимся на этом ринге, сколько бы лет мы не были вместе, как бы мы не любили друг друга, но эта борьба существует. Но при этом
мы видим близость этих людей, насколько они близки друг к другу, насколько они любят друг друга, насколько они становятся практически одним целым на этом любовном ринге. То есть это сопротивление и в то же время бесконечное проникновение мужского и женского. Tell me something. A lot of people have noticed that the gloves are in the form of hearts. Was this your original intention? Нет, это для меня большая неожиданность. Я была дико удивлена, когда как раз люди говорили: о, это сердца, это не сердца, это перчатки сильные, очень мощные, которые могут делать сильные, больные, болезненные удары. Но мне было удивительно, потому что через зрителя ты видишь иногда абсолютно по-новому и меняешь свое отношение к работе. То есть ты видишь то, чего не предполагал, не видел и даже не замечал. Это интересно. Definitely. Да. И мужчина, и ребенок, они в такой абсолютно гармонии и в состоянии полного спокойствия. При этом мать их очень напряжена, она как будто бы их защищает. Да. Не мужская сила, а как раз женская. Она, да, их обнимая, в то же время она становится их защитой, их опорой. И при этом она понимает, насколько беспокойный мир, насколько он полон препятствий, полон разных страхов. А они как бы засыпают в ее объятиях, абсолютно защищенные ею. Очень интересная структура, фактура этой работы, потому что мне хотелось показать вены, насколько по ним перетекают чувства, эмоции, любовь, ревность, все, что человек чувствует, когда он влюблен, когда он одержим своим объектом любви. И эта лошадь, которая выпрыгивает из глаз нашего влюбленного, это как чувство, которое ты не можешь сдержать, не можешь скрыть, не можешь удержать при себе, потому что это то, что вырывается из тебя, любовь, и, ну, это и есть ревность и любовь. Это комната, да, это продолжаются эксперименты с линией цветом. Эта картина называется «Насквозь», когда увидеть видимое невидимым, в конечном бесконечность. Ну, это как метафора, насколько мы проникаем друг в друга, даже иногда не осознавая это, оставляем свой след, свою линию, свое пятно. То есть насколько каждый из нас просто несет в свою жизнь, в жизнь другого человека. Иногда это бывает абсолютно неожиданная встреча, иногда это бывают запланированные какие-то вещи, но именно след всегда, мне кажется, такой неожиданный. Это голубой мяч, голубой, красный мяч. Это серия, когда мяч — это символ чувств, символ любви, которые подпрыгивают, которые убегают, которые появляются, как и чувства, которые могут убежать, прибежать. Они всегда, или укатиться навсегда. Да, или укатиться навсегда. Здесь собраны разные работы, но они объединены одним общим чувством, когда ты пытаешься проникнуть в глубину. Глубину чувств, глубину эмоций, в глубину отношений. Иногда это бывает сложный путь, но мне хотелось именно с помощью пятен, с помощью разорванных линий или разорванного цвета показать всю гамму человеческих чувств. Например, перед нами работа «Прогулка в лесу». Это о первом свидании, о первом поцелуе, о первом ощущении, когда зарождается то, что было для тебя абсолютно незнакомо, неведомо. Но именно прикосновение к этому, когда девушка заливается краской только от переизбытка того, что она не знает, что это, о чем это о первом, о каком-то таком неожиданном, иногда очень, очень сложном таком сгустке эмоций. Лора — это персонаж, который предвестник любви. Он сообщает нам о том, что в твоей жизни скоро
появится чувство, появится любовь. Она перепрыгивает часто из одной картины в другую, как символ чувств, символ абсолютной непосредственности, которая может появляться, может также исчезать не по желанию человека, а потому что она так решила. Поэтому эта женщина может быть и в золотом, и в обнаженном проявлении, как и наши чувства, когда мы обнажены, мы влюблены, мы открыты, мы пытаемся быть самим собой. Скажи, пожалуйста, что это место значит для тебя? Очень многое, потому что если натянуть стрелу от этого здания напротив, то напротив именно место, где я как бы родилась, то есть рождалась моя креативность. Это Сан-Мартин, старое легендарное здание. Там начиналось мое творчество, начиналась моя любовь к искусству, к тому, чем сейчас я занимаюсь. Поэтому, мне кажется, это судьба.